Веселую зебру из мультика «Мадагаскар» местные жители периодически встречают на улицах города Видное. Вот и на этот раз Марти вместе с сотрудниками ГИБДД и юными волонтерами принял участие в акции «Зебра». «Зебра» подразумевает под собой пропаганду безопасного перехода улицы в ночное время, в дневное время, направлено на повышение бдительности водителей, повышение бдительности пешеходами, потому что считается виноват в основном всегда водитель, но пешеход, ну, такой же участник дорожного движения». Стражи порядка и их помощники общались с взрослыми и юными пешеходами, раздавали листовки и напоминали о необходимости соблюдать правила дорожного движения. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Мы хотим вам пожелать безопасных дорог, подарить вам свет, возвращающий элемент. Также участники акции дарили прохожим светоотражающие элементы и напоминали, как важно пешеходам в темное время суток быть заметными на дороге. Знаете, что это вот такое? Вот это? Это наклеивают на рюкзаки, да. И они ночью светятся. У сына есть, но у дочки нету. Вот сейчас сотрудники ГИБДД, он нам рассказал, что нужно, конечно, это в дальнейшем. Да, я как водитель тоже, да, особенно вечером, когда едешь, замечаю. Спасибо большое за такую акцию. В ходе акции стало понятно, большинство юных участников дорожного движения помнят, как вести себя на дороге и стараются соблюдать правила. Нужно дождаться, пока загорится красный свет для машин, посмотреть налево-направо, не едут машины, и переходить. Ну а взрослые уверены, такие полезные акции нужно проводить чаще. Надо научить наших, в первую очередь детей, переходить через дорогу. Да сколько ужасных случаев, просто потому что маленьких не научили. Ну и взрослых надо учить правильно переходить через дорогу. Посмотреть направо, посмотреть налево. И ребенка обязательно нужно держать, как родителям, за руку. С начала учебного года у нас в округе ДТП с детишками не произошло, к счастью. В период летних каникул, конечно, это был бич. Дворовая территория, переход до улиц, дача, садовое товарищество. Там, конечно, был кошмар. В основной своей массе происходило это от бесконтроля родителей. Информационно-пропагандистские мероприятия в рамках акции «Внимание, дети!» будут проходить в муниципалитете до 12 сентября. Ну а соблюдать правила дорожного движения нужно всегда, независимо от акции, погоды и времени года. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.